Ласты? А що нам взагалі потребуються? Ласти? Ласти? Так, рубанок. Точно не потребуються. Іголки. Точно. Шляпа. А от шляпа потребується. Так. Кабачок. Ну, кабачок. Кабачок это наш главный герой сегодня. И Волик. Чтобы шея не болела. Итак, кабачок, дорогой мой, слушай сказку про... А посмотрим, про что сказку мы будем слушать, ребятушки, котятушки, волшебные сказки Шарля Перро. Так, сходила бы ты, красная шапочка, к бабушке, и снесла бы ты ей пирожок и горшочек масла, да узнай, здорова ли она. Нет, не сегодня, ребят, не сегодня. Да. Спящая красавица, братцы. А сегодня я хотел вам почитать сказку. Золушка для девчонок, пацаны. А про одного интересного зверя. Кот в сапогах. Вот такой кот. А знаете, кто художник, ребята? Художник. Значит, пересказ французского. Рисунки Бориса Дегтярева. Вот так вот. Москва, детская литература, 1979 год. Кот в сапогах. Один мельник, умирая, оставил трем сыновьям своим мельницу, осла да кота. Вот такой папка. Оп, распределился. Братья наследство сами поделили. В суд не пошли. А когда Шарль Перро жил более 300 лет назад, то есть, представляете, все дела уже в суде, в нормальном суде все. Представляете, у нас бы крепостные, да, там что-то в суде бы там доказывали. Ну, смешно просто. Жадные судьи последние отберут, если идти к ним, да. Старший получил мельницу, а средний брат осла, а самый младший кота. Долго не мог утешиться младший брат. Жалкое наследство ему досталось. Что-то громко вы тикаете, дорогие мои часы. Давай-ка вас сюда поставлю. Вот к этим часикам. Вот к этим. Вот. Хорошо, братьям, говорил младший брат. Заживут они вместе, будут честно на хлеб зарабатывать. А я? Ну, съем я кота, ну, сошью рукавицы из его шкурки. А дальше что? С голоду помирать, что ли? Ой. Притворился кот, будто ничего не слышал. И с важным видом сказал хозяину. Вот такой кот говорит. Хватит гривать, мяу, хозяин. Дали бы вы мне лучший мешок, да пару сапог, чтобы ходить в них по кустам и болотам, а там увидим, как так ли уж вас обидели ваш папа, как вы думаете себе. Интересное дело, коту понадобились сапоги. Наверное, какой-то статус был. У людей в то время, у которых были дорогие мушкетерские сапоги. Вот я так представляю себе. Хозяин сначала не поверил ему, но вспомнил, какие фокусы придумывает этот кот, когда ловит мышей и крыс. Он и на лапах висит вниз головой, и в муку зарывается. Может, такой пройдоха и вправду выручит хозяина. Вот он и дал коту все, что тот просил.
Это да! Ты представляешь? Кабачок! А, слушай пока сказки, пока тебя не съели. Вкуснее будешь. Кот лихо натянул сапоги, закинул на плечи мешок, рюкзачок такой, и пошел в кусты, в посадки, в рощу там, где водились белые кролики, ну, дикие такие, одичавшие, видимо, очень вкусные. Положил он в мешок заячьей капусты, прикинулся мертвым, лежит и ждет. Не все кролики знают, какие хитрости бывают на свете. Кто-нибудь да и залезет в мешок полакомиться. Не успел кот растянуться на земле, как его желание исполнилось. Доверчивый крольчонок набрался смелости и забрался в мешок. Кот дернул за веревки на горловине мешка, и ловушка захлопнулась. Гордый своей добычей зашагал кот прямо во дворец королю и попросил, чтобы его провели срочно к государю. Точно! Войдя в королевский покой, кот низко поклонился. Это ж кот, кот. Кот низко поклонился и сказал: «Государь, маркиз Каравас, такое имя кот уже придумал своему хозяину, велел мне преподнести вашему величеству этого кролика. Поблагодари своего... Поблагодари своего хозяина», ответил король, облизнулся, «и передай, что его подарок мне по вкусу. Срочно вызвать королевского повара». В другой раз спрятался кот на поле пшеницы. Раскрыл опять свой мешок. Дождался, пока туда зайдут две куропатки. Дернул за эти же веревки и поймал их. Охотник. Добычу он опять принес во дворец. Король с радостью принял куропаток и велел налить коту вина. А едва ли я сомневаюсь, что кот захотел этого вина. Коты, друзья мои, они не пьют вино. Возможно, он налил ему... молока какого-то или сметаны, хотя король обеднел, и, как я понял, у него во дворце, кроме этого вина, уже ничего не было. Целых 2 или 3 месяца кот только и делал, что носил королю подарки от маркиза Карабаса. А на первых иллюстрациях мы видим кота без сапог и без всего, а вот здесь уже кот в накидке, в красивой, в шляпе мушкетера и сапогах, ботфортах. Вот, друзья, взгляните, пожалуйста, на такого прелестного кота. И на обложке, кстати, такой же кот. Он тоже находится у нас в шляпе. Поэтому шляпа – это неотъемлемая часть кота. Но он же француз, он же... Вот шпага! А еще ремень у него есть. А шпага? А где шпага у кота у нас? Штанов нет. Ботфорты с бантиками, с замочками. Очень модный кот, очень. Но, видимо, шпага постепенно появится. Однажды прослышал кот, что король собирается на прогулку по берегу реки и берет с собой свою дочь, прекраснейшую в мире принцессу. «Мяу», сказал кот хозяин, «хотите быть счастливы? Слушайтесь меня, искупайтесь там, где я скажу, остальное моя забота». А хозяин послушался кота, хоть и не знал, что из этого выйдет. Он преспокойно залез в воду, в этом ручье или в речке в заболоченном. А кот дождался, когда король подъедет поближе и как закричит: «Спасите! Мяу! Спасите, помогите! Ах, маркиза Карабаса! Он утонет сейчас! Мяу! Мяу! Утонет!
Услышал король его крик, выглянул из кареты. Он знал того самого кота, который носил ему вкусную дичь и велел слугам со всех ног мчаться на помощь маркизу Карабасу. Бедного маркиза еще вытаскивали из воды, а кот, подойдя к карете, уже успел рассказать королю, как пришли воры, разбойники в некоторых изданиях и украли у его хозяина всю одежду, пока тот купался, и как он, кот, кричал на них изо всех сил и звал на помощь, но у него нет шпаги, он не смог справиться с этими жуликами, грабителями и ворами. Одежды и в самом деле не было видно. Пройдоха спрятал ее под большим камнем. Ну какая одежда у крестьянина? Ну елки-палки, ну господи. Что там, штанишки, да, подпоясаться, веревочка, да. Рубашка из льна дешевого, тоненькая, потертая. Король велел своим придворным достать лучшие королевские наряды и с поклоном преподнести их маркизу Карабасу. Как только сын мельника надел красивую одежду, он сразу же приглянулся дочери короля. Стал симпатичный юноша. Кудрявый такой. Блондин. Уже в шляпе с перьями. Она тоже понравилась юноше. Он никогда не думал, что на свете бывают такие прекрасные принцессы. Словом, молодые люди полюбили друг друга с первого взгляда. До сих пор никто не знает, заметил это король или нет. Но он тут же пригласил маркиза Карабаса сесть в карету и покататься немного вместе в компании с ним и с принцессой. Кот обрадовался, что все идет, как ему хочется. Обогнал карету, увидел крестьян, которые косили сено, и говорит им: «Мяу! Эй, косцы! Молодцы! Если вы скажете королю, что этот лук принадлежит маркизу Карабасу или всех вас разрубит на куски и превратит в котлету». Не понял я. «Мяу!» Что сказал кот. Еще раз. «Эй, косцы! Молодцы! Или вы скажете королю, что этот лук принадлежит маркизу Карабасу, или всех вас до единого разрубят на куски и превратят в котлеты». Интересный подход. У шо, людоеды шо ли живут? Какой жестокий кот, однако. Они покачали головами. Король и вправду вдруг спросил, когда подъехала карета: «Чей это лук? Маркиза Карабаса!» Дрожа от страха, ответили крестьяне. Ну что им еще оставалось сделать? Все отдадут, лишь бы не лишали последней жизни. «А вам досталось прекрасное наследство», сказал король маркизу в салоне кареты. «А как видите, ваше величество», ответил маркиз Карабас, «а знали бы вы, сколько сена скашивают с этого луга каждый год?» Ну, крестьянин все про сено. А кот все бежал и бежал впереди. Уже где-то шляпа у него там потерялась. И сапоги, наверное, как бегать в сапогах на четырех лапах. Встретил он жнецов и говорит им. То есть время идет, месяц за месяц, жнут. «Эй, жнецы, молодцы! Или вы скажете, что эти поля принадлежат маркизу Карабасу, или всех вас до единого разрубят на куски и превратят в котлеты?» Ничего личного. Король, проезжая мимо, пожелал вдруг снова узнать, чьи это поля. «Маркиза Карабаса, маркиза, маркиза, маркиза Карабаса», дружно отвечали жнецы. И король вместе с маркизом порадовался богатому урожаю. Так и бежал кот впереди кареты, и всех, кого не встретит, учил, как отвечать королю, маркизу Карабасу. Жулик, жулик или революционерный кот.
Король только и делал, что удивлялся богатству маркиза Карабас. Тем временем кот подбежал к прекрасному замку, где жил людоед, такой богатый, каких еще никто не видывал. Он-то и был настоящим владельцем всех этих лугов, полей, лесов, озер с рыбой, где работали на него вот эти жнецы, рыбаки, пахари, крестьяне, его личные. Кот уже успел выведать, что этот людоед умеет делать. Он попросил, чтобы его провели к людоеду, низко поклонился ему и сказал, что не мог проехать мимо такого замка и познакомиться с его знаменитым владельцем. Людоед принял его со всей вежливостью, какой только можно дождаться от людоеда, и предложил коту отдохнуть с дороги, перекусить. Направился прямо к великолепному замку самого людоеда. Этот людоед был очень богатым человеком. Он принял кота с радушием и некоторым интересом. Кот в сапогах сказал ему: «Здравствуйте, я не мог проехать мимо такого прекрасного замка». «Ну что же, проходите, мистер кот. Выпьем. Я не пью. Поедим жареной баранинки, гусятины, утятины. Немного перекушу». Сказал кот в сапогах. Это был очень хитрый кот. Очень хитрый. «Ходят слухи, — сказал кот, — что вы умеете превращаться в какого угодно зверя, например, в огромного страшного льва или даже слона». «Слухи? Какие еще такие слухи, уважаемый господин кот? Слухи. Вот возьму и превращусь на твоих глазах в самого настоящего льва. Но сначала сыграем партию в бильярд, если вы не возражаете, господин усатый мошенник. Ну ладно, ладно. Я только предположил. Интересно, интересно. Зачем вы пожаловали в мой замок, усатый разбойник, а? Ну-ка рассказывайте мне все, как было на самом деле. Ну что же вы, ваш ход, господин ход, не умеете играть, да?
Сейчас отведаем курятинки, и я превращусь в самого настоящего льва! Кот так испугался, увидев перед собой льва, что сразу очутился на водосточной трубе, хотя влезть на крышу в сапогах было совсем непросто. В сапогах все еще ходит. Когда людоед принял свой прежний вид, кот спустился с крыши и признался, как ему было страшно. Очень страшно мне было, господин людоед. Ну что, господин кот, как вам лев? Ну что, господин кот, вы удовлетворены этим львом? Испугались? А также ходят слухи, господин людоед. Неожиданно сказал кот, что вы можете превращаться в маленькую мышку. В маленькую мышку или крысу. Если, конечно, захотите. Что ты сказал? Да я могу превратиться хоть в кого. В маленькую мышь. Не веришь мне? Жалкий кот, смотри тогда, как я превращаюсь в маленькую мышь. И в этот момент кот прыгнул и набросился на людоеда. Кот прыгнул на людоеда. И в тот же миг людоед как сквозь землю провалился, а на полу забегала какая-то серая мышь. Маленькая серая мышь, невзрачная. Кот и сам не заметил, как схватил ее и съел. И сожрал эту маленькую мышь в одно мгновение. Не осталось ни людоеда, никого. Никого не осталось в замке, кроме хитрого кота в сапогах. Теперь все это принадлежит мне и моему хозяину, промолвил кот. Но этих слов опять никто не услышал. Никто. Никто. И даже мышь, бедная мышь-людоед в желудке кота. Тем временем король подъехал к прекрасному замку людоеда и пожелал туда войти. Услышал кот, как на подъемном мосту загремела карета, выскочил навстречу и сказал: «Милости просим, ваше величество!» «Умяу! Милости просим! В замок моего хозяина маркиза Караваса!» «Ой, как?» «Господин маркиз?» — воскликнул король. «И замок этот
Кто же ваш? Я много лет не знал, чей это замок. И вдруг... Что за двор, что за постройки? Более прелестного замка, наверное, на свете нет. Пойдемте-ка туда, пожалуй, побыстрей. Маркиз подал руку юной принцессе. Следом за королем они вступили в огромный зал и нашли на столе великолепный обед. Ну, конечно, тот самый теплый еще обед, который не съел бедняга-людоед. Глупый. Поверил. Проныри коту в сапогах. Король так восхищался и самим маркизом, и его необыкновенным богатством в виде кота и замком, что после 5, а может и 6 бокалов вина сказал: вот что, господин маркиз, только от вас зависит, женитесь вы на моей дочери или нет. Что думаете по этому поводу? Господин маркиз, решайте быстрее, или я отдам свою дочь за вашего кота. Маркиз обрадовался этим словом еще больше, чем неожиданному богатству, поблагодарил короля за великую честь и, конечно же, согласился жениться на прекраснейшей в мире принцессу. Свадьбу отпраздновали в тот же день. Ну, друзья, не надо так было торопиться, Свадьбу отпраздновали с огромным скоплением гостей в ближайшие выходные. После этого кот сделался очень важным господином и ловит мышей только для своей забавы. Вот такая сказка. А что же людоед? Он пропал. А зачем же, друзья, вот эти ласты? Ласты лежали на столе. Зачем они? А дело все в том, что вот это ласты, те самые, в которых плавал в ручье в этом заболоченном глупый хозяин своего кота. Ну, чтобы не утонул. Но были у него такие ласты, были. То есть кот ему дался, потому что хозяин плавал, не очень хорошо. Друзья, как-нибудь еще почитаем волшебные сказки Шарля Перро. До встречи. Волшебные сказки Шарль Перро. Сегодня расскажу вам одну такую сказочку про моего друга кота в сапогах. Отдыхает на подоконнике в моем замке. Ох уж эти нищие короли, которые хотят выехать на горбу какого-нибудь блохастого кота. И все ждут, что вот такой кот принесет им крольчатинку, свеженькую на пару. А еще лучше, если такой прохвост и подлец, как этот, с которым я теперь подружился, отожмет у меня, у свободного людоеда, бизнесмена, можно сказать, олигарха, мой собственный родовой замок. Вот так и ждут они. Поэтому вот эта сказка про кота в сапогах, она на самом деле волшебная. И не совершайте, друзья, тех же ошибок, что совершил их я, когда поддался на уговоры
и хитросплетение вот это усатого проныры, который сейчас спит в моем новом замке на подоконнике и просит прощения, но я добрый людоед. Ходят еще такие слухи, господин людоед. Не знаю вашего звания, маркиз или барон. Будто вы, если, конечно, захотите, можете превратиться и в совсем крохотного зверька. Например, в крысу. Крыса – это так неэстетично и невкусно. Или в маленькую мышь. Честно говоря, я думаю, что это невозможно, господин людоед. Невозможно совершенно, сказал хитрый кот и облизнулся, но так, что людоед ничего не заметил. И мотаем себе на ус, ребятки. Дай на усики. Ну? Ну, зайди, зайди. Так. Так. Кот в сапогах. Подъехал к прекрасному замку. Людоеда и пожелал туда войти. Услышал кот, как на подъемном мосту загремела карета, выскочил навстречу и прокричал: «Милости просим! Ваше Величество, в замок маркиза Карабаса!» «Как, господин маркиз?» — воскликнул король. «И замок тоже ваш? Что за двор, что за постройки? Более прелестного замка, наверное, на свете нет. Пойдемте-ка туда, пожалуйста». После всего этого наш кот сделался важным господином и ловит мышей только ради своей неуемной забавы. Но хозяин, конечно, любит кота, а в его желудке все так же курлычет людоед, который не собирается перевариваться в желудке маленького хитрого зверя.